Сейчас по всему Израилю празднуют Хануку, и порт Яфа не исключение. Здесь собрались люди, чтобы запустить в небо китайские фонарики. Мы купили около 500 китайских фонариков. На Хануку это очень символично — видеть все эти огоньки в небе. Вокруг летают импровизированные воздушные шары, и это завораживающее зрелище. Вы видите, сколько в небе огоньков, и это очень символично, ведь Ханука — праздник света. Поэтому я считаю, что идея провести такое мероприятие весьма удачная. Для меня Ханука — особенный праздник. Сейчас я далеко от дома, поэтому праздную вместе с другими студентами, прибывшими по обмену. Когда я смотрю, как огоньки в фонариках улетают в небо, я задумываюсь об истинном значении Хануки. Я очень рада присутствовать на этом замечательном мероприятии. Хануку называют праздником света. В память о ханукальном чуде на протяжении 8 дней евреи зажигают по одной свече каждую ночь и выставляют хануки на подоконник. Таким образом, они демонстрируют победу света над тьмой. Атмосфера праздника царила и на вечернем мероприятии в порту Яфа. Я приехал сюда с детьми, чтобы посмотреть на старую гавань в Яфе. Ханука — замечательный праздник. Сегодня я специально взял выходной, чтобы провести время с детьми. Мне очень нравится отмечать этот праздник в семейном кругу, зажигать свечи и кушать вкусные лакомства. Мы пришли сюда с Ариэлем, чтобы посмотреть, как запускают китайские фонарики. Ему всего 2 года, но, кажется, ему очень нравится. Удовольствие получают все, и дети, и взрослые. Такое мероприятие проходит в Израиле впервые, и надеюсь, в следующем году мы снова соберемся здесь. Меня зовут Май. Счастливой Хануки!